Всем привет! Я Менчуков Игорь. Я Шумин Данил. Я Гончаров Илья. Сегодня мы вам покажем несколько вариантов атаки болевым рычаг локтя. Следующий вариант, когда торий оказывается снизу. Вот мы перекрываем ему коленями, чтобы он не улегся на нас. И здесь нужно сделать три движения одновременно. Ставим пятку где-то на землю в сторону. Коленкой продолжаем его в грудь перекрывать, чтобы он не улегся на нас. И одновременно двигаемся от руки к его колену. Рукой забираемся изнутри, перебрасываем ногу, садимся аккуратненько, добираемся до второй руки двумя руками и разгибаем, делаем болевой. Следующий вариант, опять это вилка так называемая. Здесь тоже мы его пытаемся перевернуть, ставим стопу, идем к его колену и пытаемся перевернуть. Но у нас не выходит, чувствуем ногами, куда мы его не опрокинем. Тогда начинаем отодвигаться, забираем его руку и на животе делаем болевой. Следующая ситуация, опять так называемая вилка, когда мы пытаемся перейти на болевой. Значит, берем дальнюю ногу, отталкиваемся от него, упираемся ему в бедро, отталкиваем его, переворачиваемся на живот и делаем болевой. Ситуация опять такая, вилка, опять мы его с противоположной стороны ногой отталкиваемся от него, упираемся ему в ногу, здесь во вторую ногу, но в борьбе, конечно, он будет напирать еще на нас, и второй момент мы сами как бы его будем подтягивать над своей грудью, потом мы его поднимаем и опрокидываем на сторону, сразу залазим на него и заходим на болевой. Сегодня мы вам показали несколько вариантов атаки болевым рычаг локтя. Всем удачи, друзья!